Всем привет! Показываю один из вариантов привешивания груши дома к дверному косяку. Такой, простенький способ, не очень удобный, но зато можно быстро снять эту грушу, там повесить, побить грушу, и потом быстро снять, и фактически никаких следов не останется. В общем, примерно так делается. Покупается шпингалет обыкновенный, дешевый. Вот, у него есть дужка такая. Эту дужку двумя саморезами присверливаем наверх. Потом берем детали от детского конструктора, вот типа такого, и вот эти детали гнем как бы сюда и сюда, и потом поднимаем эту грушу и закрепляем винтом обыкновенно. Значит, можно вставить, поставить ее, прикрутить, а потом откручиваем винт, снимаем, и фактически незаметно остается место, как бы. Тут только дужка прикрученная, видно будет, останется. Вот такая, может, простенькая и не очень удобная система, но зато можно прикрутить, потом обратно снять. Ну и выдерживает она так более-менее. Ну, правда, саморезы надо потолще выбрать. То они бывают, вырываются. Вот такой способ, может быть, не самый лучший, он зато простой, и быстро снять можно грушу. Всем пока, счастливо.